войне все считают, что Бог на их стороне. Только вот, Бог не говорил, за кого он. Меня зовут капитан Джон Браун! И меня послал сюда царь всех царей! Святой Спаситель! Святая Троица! Потому что правда на его стороне! А на вашей лишь кандалы! Если он во что-то верил, то верил крепко. Неважно, правда это или нет. Старик точно умом тронулся. В бесстыдном лицемерии Америке нет равных в мире! Аминь! 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 Джон, уходи! Убирайся! Чокнутый. Малец, ты читал Библию? Мало, капитан, но я стараюсь чтить Господа. Пойдет! Если ты постоишь за Господа, то он постоит за тебя! Тебе повезло. Миранда Уэллс, выходи за меня. Не каждый рискнет жениться на разведенке с прицепом. Три спиногрыза, долга, как в шелках. Я ищу Миранду Уэллс. Она на работе. Оставьте мне, я ее сын. Боюсь, кое-что нужно объяснить ей лично. Надвигается ураган. По прогнозам, он пройдет стороной, но... Осторожность не помешает. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Мам! Я жду звонок из банка. Брэй Джонсон. Миранда Уэллс. Кажется, я попала на деньги. Поберегите страховку. Он забирает наш бампер? Заедет к нам и отремонтирует. Ты пригласила его домой? Вы ее искали. Потом она вас врезалась. Совпадение? Не думаю. А вы знаете, что силой мысли мы способны управлять материальным миром вполне реально? Ладно, я как раз думаю о пицце. Я ни при чем. Нам нужно быть осторожными со своими мыслями. Ураган должен был обойти стороной. Еще бы. Ведь мы сами определяем свою реальность. Но я верю, что любое развитие событий... Господи! Даже самое худшее приведет в итоге к чему-то хорошему. У меня нет денег на крышу. Давайте помогу. Почему вы помогаете мне? Потому что могу. Вы знаете Миранду? Да не особо. Почему ремонтируете ее крышу? Такого мужика нельзя упускать. Она его не любит, так как папу. Ваш папа хотел лишь, чтобы вы были счастливы. Откуда ты знаешь? Что сейчас делаешь? Наслаждаюсь волшебным закатом. Я не понимаю, что происходит. Судьба свела нас не случайно. Что там? Секрет. Как ты умудрился? Мы все верим, что сможем войти в горящее здание. Но пока не ощутим этот жар, не знаем наверняка. А ты знаешь. Ты выбрал умереть, но не бросить коллег. Тест, который ты прошел, не каждому под силу. Добро пожаловать в посмертие. Чтобы делать свою работу, мне нужно понимать, с какой угрозой мы столкнемся. Насколько я понимаю, мы пытаемся предотвратить Третью мировую. Ядерный холокост? Нет.
что-то похуже. Все, что у меня есть для тебя, слово. Довод. Оно откроет правильные двери. И неправильные тоже. Ты должен начать смотреть на мир по-новому. Не пытайся понять. Почувствуй. Что здесь произошло? Еще не произошло. Сам дьявол, кто его знает? Может быть, он распорядился всем в этом забытом Богом мире? Нет, пожалуйста! Ты один. Всегда один. Ну и что ты собираешься с этим делать? Правильно. Ничего. Это детям! Вы что, не слышите? Это детям! Это детям! Это детям везут, товарищи! Это детям! Опомнитесь! Детям! Это хлеб детям! Детям! В детдом! Это детям детский дом! Это детям детский дом! Давайте соберем! Где дом? Пожалуйста, не ешьте хлеб. А позовите, пожалуйста, милиционера, а? Милиция! Товарищи! Милиция! Позовите милиционера, а? Милиция! Позовите! Дяденька! Ой, мамочка! Стой! Ой, мамочка! Милиция! Стоять! Ой, мама! Стоять! Постойте, товарищи! Постойте! Товарищ! Отойдите! Нельзя! Ой, мама! Стоять!
Ой, мама. Тетенька. Ой. Пожалуйста, отдайте хлеб. Ой. Тетенька, я вас прошу. Ой, мама. Отдайте, пожалуйста, хлеб. Ой, мама. Тетенька. Ой, мама. Я говорю тебе правду. Да, может быть, не нужно так говорить. Наверное, нужно быть сдержанным, не годится себе распускать. Да у меня действительно мало опыта. Ну скажи мне, откуда ему взяться? Я из школы ушел воевать, что я там видел? Что я помню? Какое милое кино. Я прошу вас, не надо. Завтра ровно в 6 часов утра ты выйдешь на прогулку со своей шлюхой и пристрелишь ее. Я сделаю все, что в моих силах, богом клянусь. Они тебя расстреляют. Нет, нет, змея, не переживай. Но, по-моему, ничего не может быть лучше, чем вот все сказать, не взвешивать, не подбирать слов. Я все равно сделаю тебя счастливой. Я сделаю так, чтобы прошел твой страх, чтобы ты никогда ничего не боялась. Я буду беречь тебя днем и ночью. И однажды даже тени печали не будет в твоих глазах. Даже тени. Ну, здравствуйте, господин хороший. Вам неприятно вспоминать прошлое? Спасибо. Ты очень хороший брат. Ваш брат психически нездоров. Почему вы снова переводите все на меня? Вы ведь с ним близнецы. Позаботься о брате. Мне. Хоть раз будь на моей стороне! Томас! А по мне скучать будешь? А ногой не болтай, пожалуйста. Ваша честь, мисс Харлан справилась с инфантильностью. Ее дети снова живут с ней. Мам! Ты скучала? Она подающая надежды певица кантри. Я хочу поехать в Нэшвилл. Смотри, как бы браслет не сработал на паспортном контроле. Устроилась работать приходящей уборщицей. Я хочу стать певицей кантри. Никто не хочет видеть осужденную у микрофона. Джонни Кэш тоже был осужденным, болван. Музыка кантри — это три аккорда и правда. Переворачивает все внутри. Я должна была родиться в Америке. Я американка. Вы юные, невероятно талантливые. Вам все на свете по плечу. Я думаю о твоих детях. Ты бросила их ради лучшего предложения. Я хочу хоть чего-то в жизни добиться. Для них же будет лучше. Не обманывать их ожидания. Вот что будет лучше для них. Неотразимая Джесси Бакли. Рождение настоящей звезды. Есть столько всего, что нельзя изменить. Я хотела, чтобы ты стала ответственной. Но я не хотела лишать тебя мечты. Блестящий, выдающийся, заводной хит. Если у вас есть голос, должно быть то, что вы хотите сказать. Джесси Бакли. Чистый огонь. Феноменальная, потрясающая, невероятная. Джесси Бакли. Если ты подходишь к чему-то с умом... Номинантка на Оскар Джулия Уолтерс. Ты горы свернешь. Несомненно, сильный фильм. Смешной, трогательный, невероятно позитивный, обязателен к просмотру. Дикая роза. Забрасывай! Встретил!
Говорит Москва. Советский космический корабль «Орбита-4» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза. Летчик-космонавт сообщил, приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею. Требуется ваша консультация. Мне нужен профессионал, который спасет героя. Они считают, что вы убили командира корабля. Первый контакт за всю историю. И есть все условия для изучения. Вы чувствуете это существо? Помоги мне, Таня. Хотите поближе познакомиться? Возлюбленные братья и сестры! В этот радостный час давайте вместе упомянем. Помянем? Упомянем. Нет? Мистер Элтон! Эмма. Мисс Вудхаус! Мисс Вудхаус! Вы не поверите!